Здравствуйте! Сегодня в нашем обзоре коротко о том, какие темы и события в налоговой сфере актуальны на этой неделе. Участников специальных экономических зон освободили от уплаты налога на прибыль сроком от 3 до 10 лет, в зависимости от внесенного ими объема инвестиций. Ранее они освобождались только от налога на имущество, земельного налога и налога за пользование водными ресурсами. Физическим лицам, осуществляющим концертно-зрелищную деятельность на основании лицензии, предоставлено право уплачивать налог на доходы на основании декларации или в фиксированном размере. Налог будет взиматься только по декларации с 1 января 2024 года с певцов, а с 1 января 2026 года с остальных исполнителей. Более подробно в комментарии на сайте. С начала года через систему «Налоговый партнер» из разных регионов республики то и дело поступают уведомления о невыдаче фискального чека. Налоговыми органами изучается каждое обращение. С предпринимателями проводится разъяснительная работа, однако число таких сообщений продолжает расти. Чтобы узнать, по каким причинам предприниматели по-прежнему не выдают чек, Государственный налоговый комитет проводит анонимный опрос. Принять в нем участие можно в телеграм-канале. Специалисты проанализировали поступления в бюджет в разрезе налогов в первом полугодии. Большая часть из них за счет налога на прибыль, НДС и НДФЛ. Кроме этого, определена десятка крупных и некрупных организаций, обеспечивших значительные налоговые поступления в бюджетную систему. Вся информация в деталях, в инфографиках, на официальных ресурсах. Предприниматели интересуются, нужно ли переходить на обязательную цифровую маркировку ветеринарных препаратов. Постановлением Кабинета министров поэтапная цифровая маркировка лекарственных средств будет внедряться с 1 сентября этого года, но для ветеринарных препаратов она не предусмотрена. На сегодня все. Подписывайтесь на страницы Государственного налогового комитета в социальных сетях и будьте в курсе событий. Всего доброго и до свидания.